Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Объем финансовой помощи муниципалитетам вырос почти на миллиард. За два месяца этого года в бюджет региона поступило 15 миллиардов 600 миллионов рублей дохода. Это почти 14% к годовому плану, сообщает областное правительство. Собственные доходы бюджета составили 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Из них 8,4 миллиарда – налоговые доходы, неналоговые – более 970 миллионов рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 6 миллиардов 200 миллионов рублей. Муниципальным образованиям из областного бюджета направили 4 миллиарда 200 миллионов. По сравнению с прошлым годом, объем финансовой помощи увеличился почти на 994 миллиона рублей. Аренда маленьких квартир в Кирове за год подорожала более чем на 70%. Исследование рынка провели специалисты портала «Мир квартир». В среднем по стране рост арендной платы квартир площадью до 32 квадратных метров вырос на 54%, но в отдельных регионах он оказался более существенным. Кировская область попала в число таких регионов. Сейчас аренда студии в нашем городе обойдется в среднем 18 300 рублей в месяц. Рост за год превысил 72%. При этом, например, в Липецке студии подорожали за год сразу на 97%. А вот в Сочи, наоборот, стоимость аренды маленьких квартир выросла всего на 16,7%. Эксперты отмечают, что наибольший рост арендной платы наблюдается в тех регионах, где она традиционно была невысокой. В эфире «Экономика». Должники вернули в бюджет 9 миллионов рублей. На межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет рассмотрели задолженность по налогам в бюджет 13 организаций и 9 индивидуальных предпринимателей. В результате работы 7 должников погасили долги полностью и еще 5 уплатили частично. Остальные взяты на контроль по исполнению обязательств перед бюджетом. Сумма дополнительно привлеченных средств в консолидированный бюджет области составила чуть более 9 миллионов рублей. В том числе более 2 миллионов рублей поступили в бюджет Кирова, сообщает администрация города. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».